Подсудимый Александр Кузнецов обвиняется не только в сбыте героина. Как установило следствие, через банк мужчина легализовал более 200 тысяч рублей, заработанные на продаже наркотиков. Соучастниками данного лица были его сожительница 1990 года рождения, а также неустановленное лицо, находящееся на территории Республики Таджикистан, которое и непосредственно осуществляло поставки наркотического средства героин на территории города Ярославля. Это фрагмент задержания Кузнецова. Спецназовцам наркоконтроля приходится выбивать автомобильные стекла и силком вытаскивать мужчину из машины. Минутами ранее сообщница Кузнецова, она уже отбывает наказание, положила в тайник очередной пакетик с героином. В день участники группы делали от 50 до 100 закладок. О местонахождении тайников сообщали неустановленному лицу, находящемуся на территории Республики Таджикистан, которая в свою очередь сообщала адреса местонахождения закладок с наркотическим средством героин различным наркопотребителям. У задержанного взяли около 200 граммов героина. Вероятнее всего, наркотик поступал в нашу область из Таджикистана. Александр Кузнецов официально нигде не работал, воспитывал маленького ребенка, вину признал, раскаялся только уже поздно. Мужчине грозит 9 лет колонии строгого режима. Юрий Колчин, день в событиях.